Всем привет! Приехал на фабрику енот по выделке шкур. Пока жду. Я приехал в 8 часов времени, а с 9 работает. Ждать еще целый час. Здание такое неказистое вообще. Снимаем чуть-чуть. Вход со двора. А фишка там висит вообще такая неприметная. Сначала проскочил. Вытяжку включили. Ничего не слышно было сейчас.